Как применять яд от мышей? Появление в доме грызунов, которые доставляют человеку немало дискомфорта, распространенное явление. За сотни лет борьбы с серыми вредителями была испробована масса средств, но и по сей день самыми эффективными являются яды. Прежде чем применять их, нужно узнать, что представляет собой отрава для мышей, виды и принцип действия, опасность для других животных и человека. Эффективная отрава от вредителей. Существует немало разновидностей ядов, поэтому стоит ознакомиться с их ассортиментом и принципом действия. Это поможет не навредить себе и своим домашним животным. Средства от грызунов такого вида можно разделить на три группы – народные, промышленные, приобретенные в компаниях фодератизации. Это связано с тем, что вы сможете получить качественную консультацию относительно того, какими ядами лучше всего выводить грызунов из своего жилья и какие препараты будут наименее опасными для членов семьи и домашних питомцев. Как правило, в таких компаниях используются препараты, после которых у вредителей начинается кислородное голодание. В связи с этим они покидают дом и погибают на улице. После того, как это произойдет, необходимо собрать трупики и утилизировать их. Отрава для вредителей – действующее вещество. Во всех приманках содержится разное действующее вещество. Именно от него и будет зависеть, как подействует отрава для мышей в домашних условиях и какова будет стоимость препарата. К примеру, в различные спреи и аэрозоли входит фосфат цинка. В момент распыления спрея на пробегающего мимо вредителя вещество оседает на нем и попадает в пищеварительный тракт во время умывания, что ведет к гибели. Мумифицирующая отрава для вредителей – еще одно популярное средство. Препараты такого типа предотвращают возникновение запаха трупика зверька в доме. Также популярны закумарин и варфарин, которые накапливаются в организме, негативно влияя на кровеносную систему. В конце концов, вещество вызывает внутренние кровоизлияния, которые ведут к гибели животного. При выборе препарата для выведения нежеланных зверьков из своего дома следует избегать средств со следующими действующими веществами: талий, стрихнин, мышьяк, свинец. К числу неострых ядов относится отрава для мышей и крысиная смерть, средства, основанные на антикоагулянтах, которые влияют на свертываемость крови грызуна и приводящие к внутренним кровоизлияниям. Также оптимальным вариантом является яд трикота, отрава для грызунов данного вида содержит фосфат цинка и обладает мумифицирующим действием. Как потравить грызунов в доме? Для того, чтобы процесс травли прошел успешно, нужно знать, как правильно действовать. В том случае, если вы не имеете возможности вызвать специализированную службу дератизации, то вам стоит вывести детей и домашних питомцев из помещения, в котором будут разложены приманки, защитить лицо, руки, а если вы хотите использовать жидкий яд, нужно надеть специальный защитный костюм, изучить прилагаемую к яду инструкцию и действовать согласно указаниям в ней. Необходимо помнить, что после того, как вы обработали помещение жидким ядом, они непригодны для использования, по крайней мере, в течение нескольких суток. Не стоит оставлять продукты питания в открытом виде, поскольку грызуны способны переносить на лапках яд. Если он попадет на еду, которая будет употреблена человеком или животным в пищу, это приведет к отравлению. В том случае, если вы пользуетесь гранулами, таблетками или другими отравленными приманками, то раскладывать их необходимо в местах, которые недоступны для домашних любимцев. После того, как яд для грызунов был распылен или разложен и прошло несколько дней, следует убрать все трупики животных. В противном случае придется думать не о том, чем отравить мышей в домашних условиях, а о том, что делать, если кот съел отравленную мышь. Что делать, если питомец съел отравленного грызуна? В том случае, если ваш пес или кот съел отравленную мышь, симптомы будут следующими: угнетение, снижение аппетита или полный отказ от пищи, внутреннее и внешнее кровотечение, рвота, понос с кровью, одышка, тахикардия, конвульсии, нарушение в работе нервной системы. Также стоит знать, что симптомы и их наличие может зависеть от яда, который применялся для выведения грызунов. В некоторых случаях в первые дни даже нельзя понять, что кошка съела отравленную мышь. Симптомы проявляются несколько дней, это бывает. В том случае, если животное съедает грызуна с закумарином или дифеноцином. Необходимо узнать, что делать, если кот съел отравленную мышь. В том случае, если это произошло на ваших глазах или совсем недавно признаки отравления еще не наступили, нужно, в первую очередь, вызвать у питомца рвоту.
Часто получается сделать это, напоив животное большим количеством кипяченой воды и надавив на корень языка. После этого необходимо дать сорбенты для скорейшего выведения яда из организма. Подойдет активированный уголь лентерасгель. Помните о том, что доврачебная помощь никоим образом не исключает необходимости во вмешательстве специалиста применения специальных лечебных средств в зависимости от общего состояния животного, дозы и вида проглоченного яда. Если с момента поглощения грызуна с ядом прошло несколько часов, вызывание рвоты нет смысла. Если рвоту вызвать не получается и вы допускаете возможность, что могли отравить кошку отравой для крыс или полевок, стоит немедленно ехать в клинику. Там животному смогут помочь, вызовут рвоту, промоют желудок и кишечник, применят антидот. Помните, что от скорости вашей реакции и от того, как быстро вы заметили, что кошка съела яд, зависит жизнь вашего домашнего любимца. Также стоит знать, как правильно применять приманки с ядом, чтобы они не навредили питомцам, ведь даже самая лучшая трава для грызунов опасна также и для других животных. В таких случаях не придется задаваться вопросом «кошка съела отравленную мышь, что делать?». Кавычка, точка. Похожие темы, комментарии и обсуждения.